Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик про Рослайт. Сегодня в видео мы поговорим про питомцев. Наших любимых питомцев, которые добавили в этом вайпе. Что они делают, для чего они вообще нужны, какой их функционал и так далее. Но перед началом ролика, как всегда, я всем желаю приятного аппетита. Я всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. И да, если ты хочешь со мной также играть в Рослайт, то переходи по ссылочке в описании, качай игру и получай свои бонусы. А мы погнали. Итак, как мы все поняли, кто раньше уже играл в Рослайт, то у нас тут заменилась иконочка. Раньше у нас были это несгораемые контейнеры, либо в простонародье это просто трусы, которые мы сували, получается, такие вот контейнеры, инжекторницы, там аптечки, ключи и так далее. И эти предметы у нас не сгорали. То есть мы их выносили себе на убежище. Сейчас же у нас вместо этого появилось что? Правильно, собака. То есть первый пункт, что делает собака, это ваши трусы, сгораемые контейнеры. При заходе в игру, если вы только зашли в игру, вам дается первая собака бесплатная. Это наш любимый Рекс. Немецкая овчарка и так далее. У него два несгораемых слота. Бесплатных ее можно прокачать на 4 слота. Как это прокачивается, заходите в артибуты. Вот они, получается, наши трусики бывшие. Нажимаете развитие вот сюда и все. И вот, в принципе, что вам надо. 4, получается, таких контейнера. Вы их можете найти в магазине Heidi. Они стоят по 1 000 000. Либо вы ищете на картах, либо вы ищете их на черном рынке. Один из трех вариантов. Также у собаки есть навыки, которые также качаются. Также есть репутация, которая также качается. Для чего нужна репутация собаки? Репутация — это умение собаки, скажем так. То есть, если вы прокачаете до 5 уровня репутации, то у вас отрывается навык возврата. Что такое навык возврата? Как вы уже поняли, это ваша страховка. На первой собаке это первый уровень будет 48 часов, на втором уровне будет 36 часов. Это, ну, то есть, допустим, вы собаку отправили, через 36 часов к вам придет только ваши вещи. Как качать навыки, получается, как качать на репутацию, точнее, вы можете двумя способами. Это тремя, точнее, способами, извиняюсь. Первый — покупка вот таких вот артибутов, то есть всякий там грязак, вот такая вот фигня и такая вот мячик получается. Либо вы их покупаете за донат, либо вы их находите на черном рынке, ну их никто не продает, как обычно, либо вы их находите на карте. Либо есть еще такие способы, это подходите к нашей любимой собачке, которая у вас имеется. Кстати, где мои собачки, куда они пропали? О, собачки. От меня собаки даже убежали, понимаете? Вот они, две бегают, смотрите. Подходите, нажимаете на нее, даете команду. У вас дается репутация. Также эта репутация дается за вот катку и так далее. То есть за всякие ваши действия дается репутация собаки. Поехали дальше. Что у нас идет дальше? Дальше у нас получается покупка питомцев. Что покупать нужно? У вас есть три выбора. Первая стандартная, вторая такая вот хаски, и третья — это железная собака. По своему опыту я бы вам советовал покупать вот это вот хаски. Почему? Сейчас я вам объясню. Давайте начнем с хаски. Что у нее? У нее 10 слотов несгораемые, получается, несгорайки, то есть трусов. Она стоит 48 миллионов, либо 1200 доната. То есть это плюс-минус там где-то 1400. Ну, 1400 рублей, короче. 1500 рублей, грубо говоря. А что она дает? Она дает вам, получается, 10 несгораемых слотов. Также прокачивается навык у нее умения. Также качается у нее навык возврата и так далее. Также вы можете на нее одевать очки, на голову и так далее. То есть это будет все отрываться в магазине. Для начала у вас вот такие вот, то, что вы можете одевать. Ну, не вижу смысла, кроме вот этого вот, конечно. Платная собачка получается. Получено 0, как видите. Почему я советую именно эту собаку покупать? Потому что, смотрите, я себе купил вот эту собаку. Да, вы скажете, типа, у нее больше несгораемых слотов. Почему я должен это не покупать? Потому что, во-первых, она стоит 98 миллионов, а это стоит 46 миллионов. И отдавать за два слота еще 40 миллионов, как бы это нелогично, правильно? Правильно. Поэтому
я вам советую покупать вот эту собаку, прежде чем это. Второй пункт, эта собака очень громкая. Когда вы находитесь на складе, я сейчас вырубил звук, чтобы она не мешала. Она тут ходит, тут звук скрипения ее железа и так далее, очень отражает. Особенно на стриме, это прям тащил, минус уши получается. Плюс, опять же, как я говорил, у нее навык возврата, если мы создадем у нее навык возврата, извиняюсь. Так, у нее получается 6 часов максимальный. Также, заходим к этой собаке, артибуты, у нее навык возврата 6 часов. То есть разницы нету между той и той собаки. Вы попросту отдаете 42 миллиона за 2 слота несгораемого. Но она того не стоит. Да, если у вас бабки лишние есть, вы можете купить. Но опять же, у вас будет минус уши, повторяюсь. Потому что я не добрался, может, и я не знаю, но звук отключения собаки нету. Переходим дальше. Что с ними делать? И что они вообще делают? Когда вы запускаете скатку, с вами запускается собака. Также она очень громко, как я говорил, и она за вами так вот бегает, и у вас палит, скажем так, то есть по звуку может определиться, где вы находитесь. Чтобы этого не было, когда вы открываете инвентарь, у вас будет под этой собакой, вот здесь вот будет в инвентаре кнопка «Скрыть», нажимаете, и собака пропадает, и вы бегаете как раньше сами. Но я заметил одну такую фишку, то что когда собака за вами бегает, и вы, допустим, с кем-то файтитесь, то эта собака нападает на того человека. Не знаю, мне это показалось, либо я забаговался меня, но когда я файтил с человеком, его собака, немецкая овчарка, которая первая, бежала на меня. То есть она хотела меня атаковать. Но я успел того чувака убить, и собака убежала от меня. Баг или не баг, либо это может так и сделано, пишите в комментариях и подтвердите мою догадку, либо отвергайте мою догадку и так далее. Дальше. Репутация. Как я уже говорил, даете ей команды, дается репутации, все. Простонародье, короче, это старые трусы наши, плюс, когда вы даете ей больше репутации, отрывается несгорайка, отрывается навык, получается, возврата. Навык возврата, как я уже говорил, это страховка. Страховка, это как раньше, еще первые времена Lost Light, когда вы умираете, если вас не залутали, ваши вещи возвращаются. Сейчас же есть собаки, которые это все возвращают. Я потерял скрины, у меня были раньше скрины, я это делал. Есть такие два флакончика. Есть синий, а есть фиолетовый. Розового я еще не находил. Этими флакончиками вы спреете на ваш инвентарь. И чем выше флакончик, тем быстрее найдет ваши вещи собака. Допустим, вы умерли, да? Все, у вас вещи застрахованы были, вы точно, вы на них попрыскали на эти вещи. Собака моментально бежит и лутает эти вещи. Просто она возвращает 6 часов вам эти вещи. А как бы лутает она моментально. Если вы прыскаете, допустим, обычным флакончиком, то как бы она постепенно лутает эти вещи. Я так понял, как работают эти спреи. Опять же, скриншоты не могу предложить. Если у вас есть скриншоты, скидайте у меня в Дискорде в дальнейшем, чтобы я мог их прикладывать. Дальше. Что я вам еще не сказал? В принципе, я думаю, это все, что нужно было вам знать. Также у собаки есть энергия. Она тратится каждые 10 энергии за одну катку. То есть, когда катка уже будет 0, вы не сможете с собой брать собаку. То есть, у вас не будет с собой несгораемого кейсика, скажем так. Вы ее кормите вот такими штучками. Их можно найти как и в хайде, так как на черном рынке, так и на картах. На любой карте можно найти этот источник, получается. Покормили, у вас сотка, все, погнали дальше лутаться. Качается несгорайка, как я вам уже, наверное, и говорил. А если не говорил, повторюсь. Заходите в развитие. Это качает навык репутации, который вам нужен, пятый. А несгорайка вот такой вот степенью качается. То есть вам нужны вот такие контейнеры. Они очень дорогие, сразу говорю. Поэтому как бы. Вот, это что есть. 240 рублей давать за такую... Не очень охота, конечно, но приходится. Разрабам тоже нужно жить, и разрабам тоже нужно питаться, поэтому они делают такую фигню. Либо это все находите на картах. Ну, это легко найти. Опять же, сначала первый уровень это 6 слотов, как у меня сейчас есть. Потом второй уровень это 10 слотов. И третий уровень 12 слотов. В принципе, все понятно. То есть здесь надо 8 контейнеров, здесь надо 6 контейнеров. И все, и с этим качаешь
И здесь 6, 8, 6, да, 6, все правильно. Так качает рюкзак. Когда, опять же, когда прокачаете 5 уровень репутации, повторюсь, то у вас отрывается локатор. О, как видите, даже держите, нужно 5-й способ репутации, точнее, 5-й уровень репутации. Питомец с этим навыком помогает хозяину искать потерянные в зоне отчуждения ресурсы. Скорость возврата ресурсов зависит от уровня навыка. Вот о чем я вам говорил. Также вы можете собачку название менять. Главное, не оскорбляйте, потому что это наши друзья. Все. На этом, думаю, я вам все показал, все рассказал. Ну, также есть на нее еще и одежда. У меня на эту нет одежды, а вот, допустим, если взять эту собачку, то у нее тут такая вот одежда есть. На этом я ролик буду заканчивать. Пишем в комментариях, что я не рассказал. Может, что-то вы больше меня знаете, либо я кому-то помог. Если у вас там какие-то смешные откаты были, присылайте мне в Дискорде. У меня есть свой Дискорд, ссылка будет в описании. Можете попасть также в видео. А на этом я с всеми прощаюсь. Всем чао.